Téléchian tient à ce que fin et vie ne soient jamais séparés et toujours présentés ensemble, dans cet ordre précis, fin puis vie. C'est ainsi qu'il les a imaginés, la fin avant la vie, parce qu'il est au fond optimiste et que la vie est implacable, permanente, indestructible et reprend toujours le dessus sur les multiples fins. Fin a été tourné à bord du train qui va de Erevan, capitale de l'Arménie, à Moscou. Действительно, отношусь к профессиональному смыслу к нему как к гению. Le train, просто это гениальный режиссер. Да, гений. То ли монах, то ли сумасшедший. Гений. Гениальный художник. Гений. Это непостижимое. Да, гений. Для меня Артур Телесиан... Concluding tonight's program, we'll show a little-known classic of poetic cinema by an Armenian film artist named Artavard Pelishian. When there was still a Soviet Union, Pelishian was jailed and several of his works banned. Perhaps his persecution was a reaction against the forceful editing technique of his work.
Тонино Гуэрра, итальянский драматург и киносценарист, соавтор многих фильмов Федерико Феллини. Для меня стали радостным открытием фильмы Пелещиано. Это действительно огромный сюрприз и большая радость. Это мне позволяет поделиться с другими тем открытием, которое я сделал для себя. Эти фильмы изменили во мне сам способ мыслить, направили мое мышление в другое русло, открыли новые дали и возможности. Я сейчас не буду говорить о фильмах «Начало» и «Мы», где я увидел, прежде всего, огромную работу по монтажу со многими открытиями в этой области. Я не хочу сказать, что это менее мощная работа, чем та, о которой я завел разговор, но должен признаться, что все мои чувства и мысли захвачены его картиной «Времена года». Почему это так? Для меня современная жизнь и общество потребления, где мы все существуем, совершенно неприемлемы. Они превращают живого человека почти что в робота. Такая жизнь мне отвратительна. И вот я вдруг увидел картину, которая меня поразила, ибо в ней я нашел подлинную жизнь, живую природу, настоящих людей. Я не говорю сейчас о качестве самой работы, я хочу лишь сказать о своих эмоциях. Это сделано так мощно, так мастерски показано величие природы на общих планах, в сочетании с крупными планами людей и животных. Само отсутствие слов в потоке музыки и шумов становится здесь вдруг плотью и кровью художественного образа. Я вдруг осознал, что встретился с одним из величайших режиссеров. Я с ним познакомился здесь, в Москве, пригласил к себе, он сидел вот тут, на этом самом месте. И во время нашей беседы меня больше всего поразили его глаза, полные нежности и печальной мудрости. И все это согрето его внутренней добротой. Еще эти руки, которые все время двигались, как будто стараясь скрыть его рот, как будто руки хотели унести слова из жизни. И вот теперь я уезжаю с этим грандиозным ощущением и воспоминанием. Моя задача опять состояла в том, чтобы показать через отдельных людей не только частное, но и общее, чтобы характеристика изображаемых людей была подчинена познанию типического, чтобы в сознании зрителя
складывался не образ отдельного человека, а образ народа. Я стремился дать некую кардиограмму народного духа и национального характера. У него такое мышление, внутренний склад его, настолько образный, настолько его мир самобытен и самостоятелен, что вот если разложить все эти детали там, передо мной, допустим, я смотрю, вот это что такое, это вот крупный план Сталина где-то там, а это что такое, а это челюскинцы, а это хроника там столетия Большого театра. И вот, ну что из этого можно сделать? Можно это все склеить. Ну так, чтобы... А у него это уже в разобранном виде, в его сознании, в его таланте складывается в нечто органичное, естественное и в результате поразительное. Поэтому Артур Пелешьян, к сожалению, недооцененный художник, слава Богу, что он жив-здоров, и я убежден, что придет время, когда и то, что он сделал, будет по достоинству оценено, и то, что он еще сделает, потому что его потенция огромная, творческая. Историю народа я решила раскрыть не через показ памятников прошлого, а наблюдая современность, современных людей. Я стремился опираться на такие события и ситуации реальной жизни, где наиболее ярко проявляются и улавливаются исторические традиции, характерные черты облика и поведения моего народа. Конечно, вся эта национальная конкретность, переданная в монтажном обобщении, должна была приводить идейное содержание фильма не к льстивому восхвалению своего родного, не к мысли о национальной исключительности, но к истинному патриотическому чувству и высокому гражданскому звучанию. Я ставил своей задачей раскрыть в национальных страстях и чаяниях интернациональные общечеловеческие ценности, чтобы эти качества изображаемых людей возбуждали в зрителе представление о неистребимой созидательной воле
заставляли бы переживать силу и красоту человеческой любви. Мишель Пикули, французский актер. Актеры, диалоги – это не главное. Посмотрите фильмы Пелещана. Вы знаете его? Он делает то, что называют документальным кино. Однако он изменил само определение жанра. Он кинематографист, который изобретает нечто свое, новое, и преобразует документ в факт искусства. Я до сих пор нахожусь под впечатлением его потрясающего фильма «Про людей и овец», в котором он рассказывает историю без актеров, без слов, одними образами, образами овечьих стад. Я преклоняюсь перед овцами Пелещана. Пелещан, о, это нечто. Самое главное у меня ощущение от него, что он очень, он горит, он страстный человек. И эта страстность, она во всем, в том, как он разговаривает с вами, в том, как он принимает решения. Понимаете, он в этом смысле, он мог бы быть спокойно схимником или монахом, причем анонимным, а не на публике, по-настоящему. Он был такой настоящий служитель своей собственной веры. Вообще, места такого рода художникам нет нигде. Ни в нашем социуме, ни в коммунистическом социуме, ни в капиталистическом, я имею в виду Запад.
То есть это люди, живущие на маргинальных, в маргинальных областях. Это их можно сравнить с монахами, с какими-то, может быть, индивидуалистами, которые сидят на крыше мира и наблюдают землю с высоты и небо оттуда. Это они вообще отдельные люди вообще. В принципе, конечно, они отмороженные. Но в самом большом счете это гениально одаренные люди, которые обожжены скорее определенные идеи, как себя выразить. Таких людей очень мало вообще в мире. И они, может быть, были, есть такие поэты, есть такие писатели, но это затворники. Ну, я думаю, что еще то, что на армянинов важно. Понимаете, у него эти корни важны, важны, потому что у каждой нации есть своя культура, и свои традиции, и свой, свой смысл существования, и своя система приоритетов. Он, в нем есть темперамент такого кавказца. Понимаете, темперамент. Причем, понимаете, у армян темперамент маленькой нации. И не темперамент нации, которая живет в горах, у которой нет моря. Они не так танцуют, как грузины. Они не так радуются, как грузины. Грузины могут быть более расслабленный народ. Армяне имеют ту самую жизненную силу, которая необходима для того, чтобы сохранить было свою национальную и независимость, и индивидуальность, и красоту, и так далее. Это все откладывается все равно, все откладывается в искусстве. Понимаете, вообще эта нация такая же, а эта нация, вот правильно, раскаленная, в ней есть такая раскаленность, в ней нету эллады. Эллада, да, могла быть расслабленной. Могла быть расслаблена. Но потом грузины по-другому должны были выживать, чем армяне. Армяне было выживать сложнее, под давлением всего, что вокруг них. Вот это вот, вот так как он оперирует на все время на уровне мифа и на уровне архетипа, отсюда возникает его всечеловечность. Отсюда возникает его всепонимаемость любой религии, и любой, и любой культурой. В этом смысле, конечно, он художник мирового уровня. Вот знаете, когда получается бриллиант? Когда берется уголь, и под давлением и температурой, там все две вещи нужны, уголь, давление и температура, и все, это очень просто. Но мы все уголь, а есть бриллианты. Под давлением и температурой возникает бриллиант. Он лишен всякого тщеславия, в принципе, он максималист. Он вполне мог бы себе отрезать ухо, как Ван Гог, или отрубить палец, как отец Сергей. Вот на этого человека не повлияет, никогда не повлияло бы ничто. Ни если бы он стал президентом Армении, ни если бы он стал нищим, сидел бы нищим у трех вокзалов, он всегда будет одинаков. Если бы он стал миллиардером, это не имеет значения. Власть, как говорится, и деньги, они настоящие испытания интеллекта. У этого художника абсолютно, он бриллиант. Я убежден, что кинематограф, основанный на методе дистанционного монтажа, способен раскрывать и объяснять такие связи между известными и неизвестными явлениями окружающего нас мира, которые не могли бы быть раскрыты кинематографом, исходящим из теории интервала и стыка рядом стоящих элементов. Кино дистанционного монтажа способно и раскрывать любые формы движения, от низших элементарных до высших и сложнейших. Оно способно говорить одновременно языком искусства, философии и науки. Я увидела в нем образ узника, как ни странно. Человека, который заперт в каком-то равелине или в какой-то тюрьме, ну, воображаемое, созданный им самим. И он вспоминает этот мир. Поэтому тот мир, который он показывает,
нам, он совсем не похож на тот мир, который мы видим повседневно, и совсем не похож на тот, который нам показывают другие кинематографисты. Поэтому я должна сразу отказаться от термина «документалист». Он, конечно, не документалист, он созерцатель. И вот эта мысль о том, что образ, вернее, что вот это некий узник, который не созерцает свой мир, который он любит, который он знает, но не знает другие. И он его собирает в себе для того, чтобы потом показать его мне. И вот от того, что вот он мне кажется созерцателем, философом, поэтому я вижу, как он открывает пласты этого мира, которые не видны простому глазу. Трудно даже назвать это кинематографом. Это какое-то иное искусство, которое на грани, конечно, кинематографа, живописи, на грани каких-то психологических и психологических анализов мира, его греховности, которую он хотел бы исправить, потому что мир находится в состоянии падшести, он это видит, он это понимает, но он ищет в нем выздоровление, восстановление. Но, как мы знаем, человек согрешил, и мир сейчас лежит во зле, как говорит апостол Иоанн, он лежит во зле. И вот Плешьян, как человек, любящий этот мир, видящий его как бы впервые, когда он каждый раз прикасается к работе над изображением мира, он видит его, как человек до сих пор запертый в какой-то камере. Я это вспоминаю почему? Потому что мне самой приходилось сидеть в тюрьме. И вот когда я смотрела сейчас картины Плешьяна, я видела, вот мне казалось, что вот он тоже вот вышел из какой-то темницы и вдруг увидел невероятное чудо, этот мир. Он не чувственный художник, он мужественный художник, он мужчина, он не плачет даже тогда, когда он показывает картину «Мы», где над человечеством, которое переживает смерть одного из своих сограждан, летит, парит гроб. Это замечательная картина. Она отличает его и делает его уникальным художником в нашем кинематографе. Я бы сказала, это гений. В этом нет комплимента, потому что гений – это данность. Вот рожден такой человек гениальный. Он, в общем, за счет каких-то своих потерь, за счет своих уз, которые он на себя, так сказать, выбрал, он стал узником в этой жизни. Он отказался от каких-то вещей, от которых отказываются узники. Есть узники те, которые свободны, как бы свободны. Он не свободен, он в узах, во всех остальных узах. Он свободен только тогда, когда он с камерой, только тогда, когда он творит. И вот это и сделало его человеком необычайно оригинальным, потому что, вспомним, если Атрид, он говорит о сотворении мира и о драме человека, который попадает в такие условия, когда мир становится ему не под силу. Ему не под силу природа, та, которую показывает Артур, но он с ней борется, и он ее побеждает. Ему не под силу драма смерти, которую он познает, и он ее переживает. Ему не под силу геноцид, который переживает Армения, армянский народ. И сегодня вспомним Карабах, и тот, который был когда-то. Ему не под силу все то, что окружает его народ. И он показывает это в квартире «Мы». Но он
должен, он доверяет, должен доверять Богу, Творцу всего этого, считая, что таким образом человек, прожив такую жизнь и оставив в себе вот этот огонь этого вулкана любви, потому что картина его – это любовь к Богу, к сотворенному миру, это любовь к своему народу, это плач по своему народу, это плач по тому, что прожито нами, потому что он сын этой страны. И поэтому они нужны нам. Секрет бессловесных фильмов Артура Пелешана заключается в уникальной монтажной технике, которая создает возможность существования беспрерывного движения. Сейчас 60-летний Артур Пелешан ведет затворнический образ жизни, особенно после смерти его дочери и наиближайшего друга, легендарного художника и режиссера Сергея Параджанова. До сегодняшнего дня так никому не удалось снять Артура Пелешана.